Это день, когда больше 5000 лет назад явился сам Шри Кришна на этой земле. И традиционно мы начинаем такие важные встречи со спевания святых имен Господа. Сейчас группа киртана, она провела уже киртан в честь Джанмаштами. И буквально через минуту-другую мы начнем священную церемонию Абхишеки. Приятные подробнее расскажут о стандартах, связанных с этой церемонией. Эта церемония очень важна для того, чтобы правильным образом настроить свое сердце. Вот чтобы это не так было, как сейчас, когда все заняты своими делами, а чтобы это было так, чтобы вы внутренние были, чтобы вы были внутри этого праздника, чтобы вы были с Кришной, а не со своим умом. Для этого существует церемония Абхишека, когда вы можете предложить подношение Гирираджу. Гирирадж – это сам Кришна, который воплотился в форме Халва Гавардхана, он сегодня присутствует здесь. Вот. И совершая Абхишеку, тем самым мы начинаем праздник явления Господа Кришны с самого главного действа, со служения. Вот. Поэтому, пожалуйста, настройтесь, независимо от того, кто-то сможет совершать омовение, кто-то сможет просто наблюдать. Но все присутствующие, кто будет наблюдать, кто будет слушать звуки священных мантр, те, кто будет непосредственно предлагать Абхишеку, все получат одинаковое благо. Поэтому будьте внимательны. Спасибо. Хари Кришна. Дорогие преданные, я скажу немножко о такой, ну, как бы практичной части этой церемонии. В Абхишеке могут принимать участие... Вообще, Кришна принимает любовь и преданность. Это все, что ему нужно. Он самодостаточный. Все, что мы можем предложить, это, в принципе, и так ему принадлежит. И на уровне спонтанного преданного служения мы ничему не следуем, мы просто проявляем любовь так, как мы ее чувствуем. Но на нашем уровне обусловленности мы следуем определенным правилам, которые описаны. Это называется Рагануха, Рагануха Ватхи, в общем, регулируемое преданное служение. На этом уровне преданные следуют определенным правилам, которые установлены в священных писаниях. И в этой Абхишеке будут принимать участие преданные, которые по возможности сейчас смогли вот что-то соблюсти, то есть они в вайшнавской одежде, то есть это сари или дхоти, ну, в чистой, естественно, одежде, то есть утром они совершили омовение, ну, то есть правила чистоты определенные должны быть соблюдены. Вот. Все остальные мысленно также омывают всеми жидкостями, то есть сейчас будут там несколько жидкостей, это молоко, йогурт, топленое масло, натурально выжатые фруктовые соки, йогурт, масло, молоко, в общем, 5 жидкостей. Этими жидкостями, когда был день рождения у Кришны, мама Ишоды его поливала прямо вот так, непосредственно. То есть вы можете увидеть, что царей их всегда поливают молоком, медом. Вот. То есть это такая благоприятная очень церемония, которую мы можем сейчас предложить Господу Кришне. А, да, еще босиком. То есть если у вас носки, то нужно снять носки. Ну, вам там объяснят там дальше, чем он как сделать. Спасибо. Гирираж Махарадж ки. Sami Gitinam.
Hare Hare.
Кришна Хари.